Как мило, выпускной подарок. Конечно, мы позволим ему взять это с собой. Ах ты, гнида! Ах, Брюс, какой неуклюжий! Неудивительно, что тебе больше не доверяют хорошие вещи. Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Ведь мы с вами сегодня в сексуально обтягивающих темных ритузах и на дорогом автомобиле продолжаем спасать всех тех, кто нуждается в нашей помощи, кто стоит буквально в шаге от неминуемой гибели. И все это мы будем делать в игре под названием «Бэтмен». Преступность не дремлет, и наши проблемы только множатся из серии в серию. Но я надеюсь, мы со всем справимся. А перед тем, как продолжить, давайте поднимем наши бокалы и выпьем за то, чтобы ритузы после стирки не садились. А то тесновато. Бручай. Сейчас, я уверен, все меня поняли, ведь все носят ритузы. Давайте, вперед. Жизненная проблема. Пиши плюс в комментарии, если согласен. Ага, закрыть секретную дверь. Замечательно. Нас радует, что Бэтмен разбирается в такой высокой интеллектуальной игре, как шахматы. Мистер Уэйн, Брюс, откройте! Одну секундочку. Ритузы жмудр. Видите, даже как ходит тяжело Бэтмен. Я подумала, что вы ушли. Да, правда. Что ж, совет проголосовал. Они послали председательницу с топором палача. Вы должны уйти в отставку с должности генерального директора. Немедленно. Окей. Нет смысла выпендриваться. Я понимаю, мое имя последние дни плохо сказывается на компании. Мне жаль, Брюс. Это не ваша вина. Я просила не спешить со всем этим, но... Пока мы разговариваем, готовится пресс-релиз. Утром состоится публичное мероприятие, на котором вы официально объявите о вашей отставке. Мне жаль, Брюс. Я пыталась бороться за вас. Совет считает, что это единственное логическое решение. Я очень признателен вам за попытки, Регина. Спасибо. Не стоит благодарности. Наши акции падают. Совет теряет веру. Уэйн Энтерпрайзис нужно новое лицо. У них уже есть один кандидат. Думаю, это было... Я была в меньшинстве. Помните, что он займет пост генерального директора лишь на время, пока этот бардак не закончится. И кто бы это мог быть? Ну, конечно! Освальд Кобблпот. Брюс, старый друг, рад снова тебя видеть. Ах ты мразь. Хорошо, я... Я объясню, почему я пожал ему руку. Сейчас нет смысла выпендриваться, то есть вот есть ситуация. С ней ничего не поделать, мы не можем просто заверещать, потопать ножками и все, как бы, начать бороться за компанию. Это юридические дела, и так все не делается. Поэтому мы возьмем союзники Регину, то есть как бы поблагодарили мы ее, да, и будем вести себя с Кобблпотом, так сказать, сдержанно, чтобы при Регине ничего не показывать, но мы нанесем удар. Мы нанесем удар, и я обещаю твою им компанию обратно. Как вы знаете, родители Освальда были жертвами действий вашего отца. Эта компания была построена на земле, которую он украл у семьи Кобблпот. Совет решил, что если я появлюсь на сцене, то это будет хороший пиар-ход. Что может быть лучше, чем показать Готэму, что Уэйн Энтерпрайзис стремится исправить ошибки прошлого? Рад помочь всем, чем смогу. Люди сейчас не очень-то доверяют имени Уэйнов.
Промолчим. Кобблпот легче вертится на языке. Не надо так, Брюс. Все это к лучшему. Совет абсолютно уверен в мистере Кобблпоте, поскольку в его резюме есть замечательные детали. Его достижения в Англии были крайне успешными. Кроме того, в данный момент компания в основном является самоуправляемой. Генеральный директор скорее номинальный глава. Не усложняйте без того сложное положение. Хорошо. Что ж, тогда полагаю, что он заслуживает поздравлений. Приятно знать, что ты станешь тем, кто целыми днями будет заперт в этом крошечном кабинете, офисе. Боюсь, что вам придется покинуть здание немедленно. Мы пришлем ваши личные вещи. Вот так вот. Мои поздравления, Брюс. Я очень вами горжусь. Альфред. Как мило! Выпускной подарок. Конечно, мы позволим ему взять это с собой. Ах ты, гнида! Ах, Брюс, какой неуклюжий! Неудивительно, что тебе больше не доверяют хорошие вещи. Ударите его! Хорошо, хорошо. Прошу прощения, не знаю, где были мои мысли. Вероятно, на полпути до двери, приятель. Ничего страшного. Да-да, должно быть. Осторожнее с этим, Оз, ты можешь пораниться. Вам пора, Брюс. Да, Брюс, тебе пора. Мне нужно тут кое-что переделать. Твои вкусы для меня немного сдержанные. Добавлю что-нибудь более, что-нибудь экзотическое. Ты смотри какой, ну хорошо. Сюда, Брюс. Не знает, с кем связался. Наша сдержанность куда опаснее, чем наша злость. Я попрошу сетевого администратора. Чудесно, большое вам спасибо, Регина. Что попросит системного администратора, можно узнать, только нажав на стоп. На стоп во время просмотра видео. Навряд ли вы успели прочитать. Что это случилось, да? Они сошли с ума, они не могут так с вами поступить. Это еще не конец, Люциус. Вот. Я об этом позаботился. Мы не можем никому позволить узнать, что там внизу, Брюс. Есть способы попасть внутрь. Вы это знаете. Просто держись от этого подальше. Не ходи рядом с ним, и они не смогут понять, где. Это не так просто. Мне нужно знать, что здесь будет человек, которому я могу доверять. Я здесь ради вас, Брюс. Я всегда был здесь ради вас, не ради них. Если я останусь, мне придется остановить работу над нашим сайт-проектом, а это означает, что не будет ремонта и новых технологий. Так, нет, я не могу подвергнуть его опасности, он хороший парень. Идем работать со мной, это будет не то же самое, что здесь, но, по крайней мере, мы сможем сохранить скорость разработки. Я пойду и заберу все, что смогу из лаборатории. Спасибо, Люциус. Мне кажется, это правильное решение. Храните этот диск в безопасности. Буду хранить его в своих ритузах, обещаю. Туда даже пальцы не пролазят после стирки, настолько там тесно. Куда уж? Брюс Уэйн выступит с заявлением на пресс-конференции завтра утром, где мы узнаем подробности о его решении уйти в отставку. Подробности через минуту. Я все еще не могу в это поверить. Во что именно? Я бы хотел, чтобы жизнь была к вам более благосклонна. Вот почему я рад, что у меня есть ты, Ал. Всегда. Если эти Аркхэма получили доступ к Уэйн-Тех, мне нужно понять, каким будет их следующий ход. Так, у нас с вами много чего. Обновления, новости и журнал. Давайте начнем с журнала. О, господи, сколько нам читать. Хорошо, давайте прочитаем все новинки.
Мой отец построил Уэйн Энтерпрайзис на украденной земле, выковал свою удачу на спинах своих врагов. Пока официальные власти закрывали на это глаза, я начал этот поход в память о смерти моих родителей. Но теперь все, что я знал о нем, все, чего я достиг как Бэтмен, все это оказалось погоней за ложью. Но мне кажется, он зря упарывается на этот счет, Бэтмен, потому что даже если родители были ублюдками, да, они были плохими, главное, что ты делаешь сейчас. Ты делаешь благое дело. И то, что у тебя родители были плохие, наоборот, надо еще больше стараться. Почему он вдруг засомневался в своих поступках, действиях? Это на самом деле достаточно глупо. Он вроде бы взрослый уже мужик, распыляется на такой идиотизм. Альфред. У меня никогда не было причин сомневаться в Альфреде до недавних пор, но он по-прежнему единственная семья, которая у меня есть. Вот что значит сомневаться в нем? Ну то есть да, он не говорил, боялся ранить, сомневаться прям в нем, как будто бы он тебя, не знаю, предал, там что-то сделал, бред, короче, полный. Бэтмен себя ведет иногда как маленькая девочка. Он хранит от меня тайны, но я и сам храню множество тайн, чтобы защитить тех, кто мне дорог. Я не могу винить его за то, что он пытался сделать для меня самое лучшее. Вот именно, вот именно. Вот он, видите, в итоге говорит это, а все равно не может ему доверять. Говорит, что, ну, типа, сомневаться начал в нем. Господи, какой идиотизм. Окружной прокурор Готэм-Сити, кандидат в мэры. Мэры. Безусловно, к Харви не проявили должного милосердия на дебатах, и он заслуживал. А он его заслуживал. Я знаю, что он надевает улыбку ради меня, чтобы я не беспокоился о нем. Он доверил мне свою личную борьбу, и за это я ему благодарен. Он очень верит в меня, и я не планирую подводить его в ближайшее время. Мне нравится уточнение. В ближайшее время я пока не планирую. А в долгосрочной перспективе, ну, мы посмотрим. Боже мой, Бэтмен... Мэр Готэм-Сити. Хилл дал детям Архэма запись, на которой мой отец промывает мозги Эстеру Кобблпоту. Она доказывает преступную деятельность моего отца, но слишком поздно для Хилла. Я рад, что Хилл вышел из игры, но лучше бы Бэтмен разобрался с ним вместо Пингвина. Убийство и справедливость никогда не были одним и тем же. Опять же, на самом деле они могут быть одним и тем же, просто общество не готово это принять. Однако, например, кстати говоря, до недавнего времени во многих странах была смертная казнь, и почему-то это прекрасно принимали. А в некоторых странах до сих пор она есть. И, по сути, мы казним тех, кто совершил преступление смертью, совершая правосудие. И тут мы говорим... Ну, короче, блин. О, господи. Преступление, проникновение в офис мэра, кражи, мелкое воровство. Селина проявила себя одним из самых полезных людей, которых я встречал. Она доказала, что может сама постоять за себя в бою. Я надеюсь, что она не злится на меня за то, что на дебатах я помог Харви. Но Харви был беззащитен, а Селина могла сама справиться с детьми Архэма. Надеюсь, что она все еще считает нас союзниками, а не врагами. Но я, честно говоря, вот поэтому-то и выбрал Харви, потому что она-то более подкованная, чем он. И шансов у нее отстоять свою жизнь самостоятельно гораздо больше, это абсолютно логично. Преступление. Торговля оружием, подпольные боксерские матчи, сбыт краденого имущества, Пингвин. Я не осознавал, насколько опасен Пингвин до дебатов. Он без малейших колебаний застрелил мэра Хилла, хотя, возможно, мне стоило ждать от Оза подобных сюрпризов. От лучшего друга, которого я знал, ничего не осталось. И поскольку Кобблпот стал генеральным директором Уэйн Энтерпрайзис, все, что я создал, теперь стоит на кону. Несы, все вернем. Джеймс Гордон, лейтенант департамента полиции Готэма, отдел по особо тяжким преступлениям, родственники Барбара Гордон, дочь. Джим и я в напряженных отношениях. Совершенно верно, потому что Джим аутист. Поскольку я не был любезен с членами детей Архэма. Да, действительно, они убивают людей, похищают их, пытают, а я обхожусь с ними так жестко, кости им переломал, господи, ну я и редкостный же ублюдок, которых встречал ранее. Чего он не понимает, так это того, что мои методы ведут к результатам. Совершенно верно. И любая тактика, которая поможет остановить детей Архэма, мне подходит. Согласен. Вики Вейл, следственный журналист Gotham Gazette. У нее было сложное время, особенно после того, как Пингвин затащил ее на сцену во время дебатов. Я рад, что она выбралась из театра целой и невредимой. Она единственный репортер в прессе, который защищал имя моей семьи. И мы за это ей благодарны. Скончался Кармайн Фальконе.
Фальконе больше нет, убит от пули офицера полиции, однако его смерть не делает мою жизнь проще. Возможно, его криминальное влияние на город подошло к концу, но у меня все еще нет ответов, которые я хотел от него получить. Он годами манипулировал другими, но в конце концов сам стал жертвой чьих-то манипуляций. Сержант отдел полиции Готэм-Сити Рене Монтойя. Монтойя решила пойти против детей Архэма в одиночку, потому что такая же тупая, как и Гордон. Я восхищаюсь ее упрямством, но ей нужно держаться подальше от опасности. Надеюсь, что Гордон сможет убедить ее оставить свою миссию против детей Архэма. Если она не будет мешать мне, я смогу справиться с остальным. Люциус Фокс, глава отдела исследований и разработки Wayne Enterprises. Я сказал Люциусу, чтобы он уволился из Wayne Enterprises и стал работать у меня в Бэт-пещере. Если Люциус будет здесь, он сможет находиться в безопасности от пингвина и разработать больше техники для Бэтмена. Лидер детей Архэма. Лидер детей Архэма в маске, нет никаких указаний на его личность, но похоже, что он один дергает за все ниточки в их операциях. Даже пингвин получает приказы от него. Хотел бы я знать, зачем они действительно охотятся, тогда бы я мог их остановить. Дети Архэма. Они официально раскрыли себя на дебатах, но и прежде дети Архэма какое-то время находились рядом. Ограбления в мэрии, украденные химикаты в доках, убийства Фальконе. Все эти события ведут к детям Архэма. Пингвин один из них, но я больше беспокоюсь об их загадочном лидере. Так, и у нас еще есть... Ага, вот это вот. Готэм-Сити. Население 10 миллионов. Похоже, что Хилл, Фальконе и мой отец были ближе, чем я думал. Они правили Готэмом, как короли. И теперь, когда их правление закончилось, дети Архэма очень сильно хотят занять их место. Их нужно остановить. Хорошо, что я всегда любил трудности. Моя собственная компания была украдена, и теперь на ее вершине сидит пингвин. Должно быть, таким был его план с самого начала. Дети Архэма имеют доступ ко всему, что связано с Wayne Enterprises. По крайней мере, я уничтожил вход в отдел исследований и разработок. Я не дам им заполучить технологии Бэтмена. Пока что Wayne Enterprises... Пока что. Точка. Wayne Enterprises. Понятно. Wayne Tech. Wayne Enterprises — это корпоративный конгломерат, а Wayne Tech управляет нашей веткой телекоммуникаций через телефоны, компьютеры и другие технологические устройства. Люциус построил черный ход в систему Wayne Tech для Бэтмена, чтобы я мог следить за городом и обеспечивать безопасность Готэма. Но дети Архэма нашли способ получить доступ к той же информации. Они не могут шпионить за Бэтменом, но это не остановит их от шпионажа за остальной частью города. Вот такая вот ситуация. Ну и, конечно же, новости. Огромное количество новостей, которые мы сейчас будем читать. Бэтмен не справляется? Полиция Готэма вмешалась в ходе покушения на мэра Харви Дента после того, как прошлой ночью его автомобиль был сброшен с дороги членами группировки «Дети Архэма». Свидетель утверждает, что Дент смертельно ранил одного из детей Архэма, хотя полиция отказалась подтвердить данный факт. Свидетели также утверждают о появлении на месте преступления Бэтмена, но только после того, как преступникам удалось скрыться. Полиция Готэма отказывается давать комментарии относительно возможной связи между ней и народным мстителем в маске. Бэтмен стоял на стороне справедливости после своего недавнего появления в Готэме, но это нападение заставило жителей забеспокоиться. Если Бэтмен не в состоянии защитить лидера города, то как он собирается защитить общественность от действий детей Архэма? Бэтмен и женщина-кошка – друзья или враги? В свете все новых подробностей о предвыборных дебатах меня удивляет данная странность. Присутствие и Бэтмена, и загадочной женщины-кошки, воровки, недавно ограбившей мэрию. После взлома их видели сражающимися на крыше мэрии, но на дебатах они, казалось, действовали заодно. Они напарники или враги? Действия Бэтмена вызывают вопросы в лучшем случае и ужасают в худшем. Неизвестно, как далеко он готов зайти в внесении справедливости или самоуправстве. Однако, судя по всему, Бэтмен бросил свою напарницу на верную смерть, спасая избранного мэром Харви Дента. И женщине-кошке пришлось в одиночку противостоять полиции и детям Архэма. Возможно, между кошкой и мышкой не все ладно? Загадочное вещество на Готэмском складе.
Экспертно-криминалистический отдел департамента полиции Готэма опубликовал результаты экспертизы склада в восточной части города, где были найдены последствия сильного взрыва, разграбленные грузовые контейнеры, несколько трупов нападавших и полицейских. По основной версии криминалистов, химическое вещество, найденное на складе 133, это тот же наркотик, который использовался на дебатах. Происшествие на дебатах все еще расследуется, и пока что рано утверждать, что эти два преступления связаны между собой, прокомментировал представитель полиции. Происхождение вещества остается неизвестным, но по данным складского журнала поставок можно предположить, что оно было разработано компанией Ace Chemical в Готэм-Сити. Выборы мэра. Выборы мэра. Тревоги и радости. После ставшего в итоге безальтернативным избрания Харви Дента мэром Готэма, жители города выражают как поддержку новому мэру, так и опасения по его поводу. Готэмец радуется избранию Дента. «Представьте, если бы Готэм остался во власти Хилла, он был раковой опухолью этого города. Я рад, что его время прошло. Харви Дент сможет вернуть нашему городу то положение, которого он заслуживает». «Это несправедливо», — отвечает сторонник бывшего мэра Гамильтона Хилла. «Что у нас за город? Что у нас за город, если мы готовы выбрать кого угодно? У нас даже не было другого варианта. Мы не знаем, сколько человек на самом деле проголосовало за Дента. Хотя какая в итоге разница? По результатам опросов, после дебатов Дента поддерживали более 70% жителей». Требования отставки Брюса Уэйна. Вслед за недавними обвинениями покойного Томаса Уэйна в связях с мафиози Кармайном Фальконе и бывшим мэром Хиллом, граждане Готэма просят Брюса Уэйна покинуть пост генерального директора Уэйн Энтерпрайзес. Брюс Уэйн всегда действовал в интересах Готэма и его жителей, но недавно обнародованные свидетельства против его отца навлекли подозрения на мистера Уэйна и всю его компанию. Ни мистер Уэйн, ни его представители пока что не делали никаких заявлений. Но если не будут приняты какие-либо меры, жители Готэма продолжат требовать обновление состава руководства Уэйн Энтерпрайзес. Ну что ж, друзья, я надеюсь... О, господи, случайно нажал. Надеюсь, эта информация вам была интересна. Ну, это лучше раскрывает мир, вот, и так далее. По крайней мере, мне всегда было интересно читать подобные нюансы. Давайте, главный экран использовать. Настрой сетевой поиск на весь возможный электронный трафик, имеющий отношение к Уэйн Энтерпрайзес. Если дети Архэма проникли в нашу систему, то теоретически получат доступ ко всему этому. Все это? Люциус был очень прямолинеен. Это означает, что у них могут быть глаза и уши повсюду в Готэме, как и у Бэтмена. У них есть доступ к полиции, это мы знаем. Реальный вопрос в том, что их еще интересует. Установи фильтр всех возможных целей, основываясь на активности детей Архэма. Итак, у нас есть 4 объекта. Это полиция, да, мэрия. Или это мэрия... А, ну да, полиция получается, мэрия, потом... Наш? А, нет, лечебница Архэма, да-да-да. Полиция, да... А, здание суда еще. Вот, я еще думаю, что это такое. Давайте начнем с полиции Готэма слушать. Интересно, очистили ли они весь Уэнтех? Это смешно, Гордон. Вы знаете, сколько стоит все это оборудование? У нас не хватит бюджета все это заменить. Это риск, на который мы должны пойти, комиссар. Если дети Архэма могут взломать нашу систему, мы становимся полностью неэффективными. И вы думаете, что лучше вникать в каждую ситуацию вслепую? В сравнении с альтернативой, да. Похоже, что они взяли ситуацию под контроль. Хорошо. Одной проблемой меньше. Так, давайте послушаем, что у нас в здании суда. Здание суда Готэма. Все публичные записи проходили через это место. Посмотри на это. Публичные записи Освальда. Возможно, все это ложная информация. Вся его криминальная история не существует, и в этом убежден весь мир. Должно быть, это то, что увидел совет. С виду без изъяна. Мэрия, слушайте, посмотреть записи. Давайте посмотрим записи. Мэрия, записи мэра Готэма. Хилл просидел в мэрии так долго, что сложно вспомнить время, когда он не был мэром. Посмотри на это. Теодор Кобблпот скончался за 2 недели до выборов.
Нет, я... Да, я знаю, это требует времени, но... Это чрезвычайно мягко сказано с учетом того, что, по крайней мере, один из моих парней попал в реанимацию. Да, пожалуйста, дайте мне знать, когда это случится. Дети Архама не собираются ждать нас. Я, пожалуй, могу понять, насколько это верно. Харви понятия не имеет. Невозможно сказать, есть ли у детей Архама доступ к этому, но если да, то любые действия, которые он предпримет против них, они это увидят. Вы закончили здесь, сэр? Нет, погоди, там еще есть ведь? Еще нет. Так, здесь можем предупредить Харви, а еще вот, посмотреть записи лечебницы Архам. Пациенты госпитализированы в Архам 20 лет назад. Довольно большой список. С подписью моего отца в качестве передающего врача. Записи с камер. Это датируется десятилетиями назад. Видео с дебатов. Настоящее. Вот как они нашли свои доказательства. Должно быть, Хилл предоставил им доступ. По крайней мере, теперь я знаю правду. Я увидел достаточно. Я должен предупредить Харви. Следи за этим, Альфред, и покажи это Люциусу. Нам нужно найти способ заблокировать их. Отлично! Ох, какая же крутая тачка. Ну, посмотрите, она это. Просто с ума сойти. Мэри, 18.07. О, мистер Уэйн, добро пожаловать. Входите. Я снова здесь. Да, именно так. Задние шины. Придется взять автомобиль на прокат. Да, организуй. Что? Нет, никаких пресс-конференций. Скажи им, пусть перенесут. Хорошо, да. Поговорим позже. Ни минуты покоя. Эй, Харви, боже! Нельзя так подкрадываться! Я тебя не ждал! Ты меня до смерти перепугал! Что случилось? Ты какой-то странный. Извини, Брюс, мне что-то не по себе, нервы ни к черту. За тобой был хвост? Что? Нет! Хорошо, это хорошо. Осторожность лишней не бывает. У меня на сегодня назначена официальная фотосессия, а я как-то не в своей тарелке. К этому я шел всю свою сознательную жизнь, думал, одержу сокрушительную победу, все меня будут любить и поддерживать, но это... Все не так, как надо. Меня будто все ненавидят. Весь город против меня. Будто я оказался не в своем месте. Будто я этого не достоин. В конце концов, разве победа без противника — это победа? Харви, поверь мне, это то, для чего ты рожден. Ты единственный, кто может что-то изменить. Отчасти мне кажется, будто ты просто мне льстишь, чтобы успокоить. Боже, ну и бардак оставил после себя Хилл. Не один месяц уйдет, чтобы тут все разгрести. Телефон звонит и не умолкает. Весь город встал на дыбы после... Одну минуту, Харви. Ты как-то странно себя ведешь, Брюс. Все в порядке? Просто скажи мне. На что, подслушивают? Тебе грозит опасность. У Интех взломано. Тебе грозит опасность. Вот какой из этих вариантов какой? Давайте первый ответим. У меня есть основания считать, что за тобой следят. Слушай, Брюс, это же это уже паранойя. Дети Архама подключились к полицейской сети. Скорее всего, ты тоже у них под колпаком. Я разберусь. Спасибо. Дети Архама, они утром они атаковали мой автомобиль, они охотятся за мной, они хотят моей смерти. Как я могу работать, когда у меня на спине висит мишень? Они словно бы всегда рядом, где-то на дне моего сознания. Ну так избавься от них, мэру Готэма несложно будет поставить их вне закона. Объявить детей Архама врагом номер один, любой в Готэме будет рад их заложить. Да, отлично, но как? У меня недостаточно силы, чтобы их прищучить.
Знаешь, что я сделаю? Послушай, надо что-то делать. Полиция против детей Архама не стоит и ломаного гроша. Бэтмен знает, как устроен наш город и что с преступниками нельзя миндальничать. Необходимо вселять ужас в их сердца, попутно, может быть, ломая кому-то кости. О, но что-то его сдерживает. Представь, что бы он, на что бы он был способен, спустим его с поводка. О, Бэтмен уважает закон, ему бы это понравилось. Ему бы это понравилось. Так, чтобы никому не подчиняться, не отвечать перед законом, думаю, Бэтмену это понравилось бы. Его авторитет был бы официально подтвержден мэрией. Так даже лучше. Бэтмен работает по ту сторону закона, он единственный в городе, кто на что-то способен. Представь, если бы у нас была армия таких, как он. Это был бы новый Готэм. Лучший Готэм. А, тебе пришлось немало, ты говоришь, словно тиран. Давай так скажем. Слушай, Харви, ты переживаешь большой стресс, особенно учитывая все, что произошло. Может быть, тебе стоит... Не смей говорить, Харви, что ему делать, Уэйн! Не смей! О, боже, Брюс, прости меня. Я просто, потерялся немного, что ли. Мистер Дент? Фотограф ждет вас. Спасибо, Дебора, сейчас иду. Пожалуйста, Брюс, никому об этом не рассказывай. Я просто, знаешь, думал вслух, ничего более. Я никому не расскажу, Харв. Спасибо, Брюс. Я твой должник. Опять. Увидимся, Брюс. Хреново ему. Интервью с главарем детей Архама? Не представляю, как у Вики получилось сделать это. Так надо с ней связаться и получить контакты. Брюс, ты видел сегодняшний выпуск газет? Его только что доставили. Похоже, что мисс Уилл пообщалась с очень интересными людьми. С теми, кого Бэтмену также хотелось бы пообщаться. Как думаете, она захочет вам помочь? Так. Вот так вот сделаем. Брюс Уэйну Вики, скорее всего, даст отворот-поворот. В конце концов, репортеры обычно не раскрывают свои источники. А вот интервью с Бэтменом, это может быть для нее заманчиво. С мэром Хиллом это сработало, по крайней мере. Я не могу терять время на Вики. Предложим ей побеседовать с Бэтменом. Хорошая идея, сэр. Можешь закодировать линию? Одну минуту. Вейл? Я видел утром вашу статью в газет и хочу ее обсудить. Кто это? Я думаю, вы прекрасно знаете, кто я. Бэтмен. Журналистские расследования, ваш конек. Надеюсь, что так. Я хотела сказать вам спасибо за то, что вы сделали на дебатах. Если бы не вы, не думаю, что вышла бы оттуда живой. Так что я у вас в долгу. Увидимся на закате в парке Кобблпот. Договорились. Вот так вот. И на этом мы и закончим. Прямо перед встречей с красоткой-журналисткой, которая должна нам дать контакты или хотя бы какую-нибудь наводку. В общем, сюжет разворачивается интересно. Проблем становится только больше, и от этого в игре их становится только интереснее решать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме, плагины автоматического уведомления. Я ВКонтакте, канал на Твиче, второй канал на Ютубе, где выкладываются записи трансляций. А все ссылки в описании под видео. Кликай, переходи и так далее. Спасибо еще раз за просмотр. Не хворайте, не болейте. Всем пока.